Вот это весна. Ой, стрёмно-то как. Интересно, этот мост вообще долго еще проживет так? В нормальные зимы его затапливает полностью. Для этого вот этот пешеходный построили. Да. Да, снега почти нет. Утром было побольше раз. Кстати. Похоже на сливки в кофейной чашке. Да, ну воды, конечно, полно. Прям такое движение. И туда свалится все, кранты. Не вылезешь. Вот такие дела. А вот и вид сверху. Мощно. Надо будет в Ливадию съездить, посмотреть, как там. Там типа водохранилище же. Еще недавно я хотел на этот островок сходить. Ага. Как-то быстро закончилась зима в этот раз. Ничего, скоро, значит, будет рыбалка.